Сегодня в России отмечают День социального работника. Дата празднования выбрана не случайно. 8 июня 1701 года Петр I подписал указ об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых. Этот документ стал началом формирования государственной системы социальной защиты в России. Официально социальная работа как профессия появилась в стране только во второй половине 80-х годов. До этого ее функции выполняли священнослужители, медицинские и педагогические работники, социологи, психологи, работники разных общественных благотворительных организаций. Они всегда защищали и помогали тем, кому помощь была особенно нужна во время войны, эпидемии, экономических кризисов и в других чрезвычайных ситуациях. И сейчас, во время пандемии, социальные работники, так же, как и врачи, на передовой. 4000 профессионалов помогают пожилым, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям, безработным. Эта работа, его значимость резко повысилась в последние 3 месяца. И я знаю, насколько сильно возросла нагрузка на людей, которые работают в этой отрасли. Потому что, с одной стороны, сразу же возникла необходимость оказывать помощь по всем направлениям работы. С другой стороны, резко повысилось количество обращающихся за такого рода помощью. И, конечно же, все это очень сильно, с одной стороны, создало дополнительную нагрузку, но с другой стороны, вот те люди, которые выполняют эту работу за счет своего вот такого благодушного отношения к своей работе, всецелого вот отдавания этому процессу, ну, если не легко, но достаточно благополучно справляются теми задачами, которые возложены на службу социального обеспечения и поддержки. Поэтому еще раз вам огромное спасибо. И все будет, как говорится, хорошо, если мы вместе и также будем работать.